Так, те, кто, все, не могут держаться на воде, ко мне в лодку перелезайте. Все, нормально. Так. Вон девочку нас еще надо забрать. Нет, лодка тонет. Не, мы держим. Не утонет, не бойся. Все, держите. Морковку держите? Нормально? Нормально. Да. Лодку ногами держать надо. Держу. Лодку, привяжите морковку к ней. Кто может, привяжите к ней морковку шнуром как следует. Так. Лодку надо держать. Давайте. Лен, держу. Еще веревка. Вот идет спасение утопающих. Нет, дай я залезу. Так. Что надо делать? Ну, держать лодку, чтобы не утонуло. Это раз. Женщин на борт ко мне. Давай. Так, не запутайтесь веревкой. Так, руку мне сюда. Народ, тоже принимайте на борт. Лодка привязана. Лодка привязана. Олесь, сюда. Давайте. Винт отрубите. Передачу выключи, чтобы это самое, а мотор... Ну, можно еще? Ну, можно, выдержит, я думаю. Тут тесно, кто-то может на шею дракона сесть. Там ручечки есть для того, чтобы держать. Черпачок есть там кого? Так, у нас весло под винтом. Так, надо достать. Так, вот есть чем лодку отлить-то? Чем это отчерпать? Там все улетело. Сейчас так и отольете. Давай ведра. Доставай, 5 штук там. Ёпа, раздавай. Доставай. Раскрой и отчерпывай. По-моему, не надо. Так, ну я кто выльется. Да лучше вы вылезете, вы создаете нагрузку. Еще пару человек вылезет, один остается в лодке и вычерпывает. И нормально. Хорошо, что я вот вчера как раз услышала, что будут обдавливать, если все хорошо. Что случилось? Ну, ведро. Я вашу стабилизирую просто. Давай, сейчас ведро спялось-то. Да, сюда положить. Посмотрите, вот что. Кто дальше идет? Берите, вот вам мини-гермы. Туда кладите все свои телефоны, кошелечки, упихивайте их. У кого мини-герм нету? У кого мини-герм нет, забирайте. Мне не надо, у меня. Что вы делаете? Что там зачем? А как мы закрываем воду и пойдем дальше? А как они закрываются? Ой, ё-моё, вы же такие водоплавающие, не знаете, как гермосумки закрываются. Держите камеру. Дальше продолжим. Продолжим, да. Конечно. Все на берег, обратно в драконы поехали. А, понятно. Стойкие, значит. Стоп, не торопитесь, не торопимся. Один держит. Тут ныряющих не надо. Не надо здесь. Сейчас борт притягиваем. Держимся, все. Так. Так, не, притягиваем сначала. Сначала притягиваем, потом уже прыгаем. Так, теперь весла. Пересчитываем весла. Уф, спасательная операция закончена. Идем дальше. Так, где тут спасенный? Синий мы спасали или какой? Вот он, третий. Вот он, спасенный наш.